Не то чтобы доклад, просто я покажу несколько фоток, прокомментирую их. Ну, сначала я скажу, ну, вообще, да, вот первая фотка. Лично мне очень понравился лагерь, особенно это место. Просто обычно у нас в лагерях такая ситуация, что не хватает места, но это не про этот лагерь вообще. Это, ну, вообще место 10 из 10. Идеальное место для лагеря. Вот если вы там видите, такие синие бассейн и озеро там. Мы не купались, но это... Просто отсюда видно. Очень большая территория, места хватало всем. Вообще очень много места. Я спрашивал некоторых людей из молодежи, то всем понравилось. И это брат Данил и брат Дима. Была очень хорошая погода, нам Бог послал очень хорошую погоду, что мы могли использовать это все место даже и на улице. Это зал, где у нас были собрания. Это вообще как бы он сделан как театр. И нам было очень удобно, потому что все, кто сидели в зале, могли видеть, что происходит на сцене. А все, кто на сцене, могли видеть всех людей, кто в зале. Проходили мы послание к Ефесянам. У нас было четыре проповедника. Брат Дима, брат Даник, брат Степа Мисерук и Сергей Кузнецов. Потом, это мы пели песню вот там на сцене. Это брат Даник проводил беседу, сестра Ляна участвовала. Вообще молодежь очень сильно участвовала в беседах. Было, не было такого, что шел вопрос в зал, как бы в никуда. Молодежь активно участвовала. Это место, где мы кушали. Это, чтобы вы понимали, только половина этого здания. Там еще столько же, и места хватало всем. Это, где, наверное, больше всего времени проводили, это спортзал. Обычно тоже бывает так, что братья не хотят, сестер, брат, играть в волейбол. Но тут это тоже не было проблема, потому что таких полей, как это, было где-то 4 или 5, я не помню точно. И могли играть кто хотел, сколько хотел и что хотел. Вот это братья играют в баскетбол. Была стена, как бы, чтобы по ней лазить. И вот брат полез. Бильярд играли. Тоже там, если... Ну, заняться было очень много чем. Пинг-понг. Это было одно из самых классных, я считаю. Это были такие машинки, это очередь. Братья ездили, и не только братья, сестры тоже. Ездили, катались на такой трассе, на таких машинках. Гонки там, все. Была такая качеля. Там привязывали всех, и поднимали, и отпускали. Потом очень тоже эмоции. И на таком, такой вид там очень красиво. А, все. Да. В общем... Нам очень понравилось, да, молодежь? И мы надеемся, может, когда-нибудь там сделаем наш церковный лагерь. Слава Богу!